Об участии Федерального центра в судьбе волгоградских промышленных предприятий шла речь в Москве на встрече главы региона Андрея Бочарова и руководителя Минпромторга России Дениса Мантурова. Подписанное сторонами соглашение о сотрудничестве в мае этого года уже дало свои результаты. Два наших производства сейчас участвуют в госпрограммах. Речь идет о предприятиях «Волгобас» и камышинский завод бурового инструмента. Они стали победителями федерального конкурса и теперь получат субсидии из госказны на реализацию своих инвестпроектов. Это что нам дает? Это у нас создание порядка 900 рабочих мест. Рабочих мест с высокой заработной платой. Это дает нам, кроме всего, это дополнительные доходы в бюджет. Но самое главное, на сегодняшний день, на самом деле, промышленники начинают верить реальным результатам. И о том, что промышленность на сегодняшний день, в том числе в Волгоградской области, она не умрет, она будет развиваться. На встрече поднимался и острый для промышленности нашего региона вопрос о высоких энерготарифах. Особенно это отразилось на работе алюминиевого и абразивного заводов. Глава Минпромторга Денис Мантуров познакомится с проблемными производствами уже на месте, в Волгограде. Он принял приглашение Андрея Бочарова посетить нашу область.